Новые перестановки в областном правительстве. Исполняющим обязанности министра ЖКХ и энергетики сегодня назначен Евгений Ким, который до этого занимал должность замминистра. В сфере жилищно-коммунального хозяйства Евгений Ким работает уже 8 лет. С 1995 года он возглавлял департамент в мэрии Новосибирска. Имеет многочисленные награды. Бывший министр ЖКХ Денис Вершинин освобожден от должности по собственному желанию.